Hello, humans! Продолжаем прохождение Cyberpunk 2077, и сегодня очередное второстепенное задание. И давно, кстати, висящее, непройденное, это где моя тачка Чумба. Забрать свою машину из гаража. Жизнь не останавливается, когда человек умирает. Постепенно все забывают, что он вообще когда-то существовал на этом месте. Бла-бла-бла. Короче, поэтому твою тачку отбуксировали. И знаешь, что я думаю? Лучший способ убедить мир, что ты еще жив, это вернуть свою машину. Возможно, не самая амбициозная цель, но для мелкого воришки в самый раз. Ну, почему мелкие воришки по биочипу ходили так-то? Ура! Так, давайте сразу же телепортнемся, ибо тащиться достаточно тяжело. Давайте вот сюда. Эх, какое было заманчивое, конечно, предложение от Клэр покататься. А на деле это все обернулось банальной расправой над ее врагом, этим Сэмпсоном, который то ли убивал ее мужа, то ли не убивал. Ну, психологическое удовлетворение от этого она явно получила. Так, репутация 44. Так, забрать свою машину из гаража. Так, мне надо ниже, да, опуститься. Так, да, я приехал в свои апартаменты, что ли. Так, мне сюда. Ох, давно я здесь не был. Ох, давно я тут не ходил. А где мы? Куда мне идти-то? О, что-то есть. Е, понятно, это монстр. Так, нам нужны гаражи, да? А где? О, отлично. Ситуация с гуманитарной катастрофой в Северной Европе ухудшается. Да вы что? Беженцы из затопленных регионов Бельгии и Нидерландов продолжают заполонять территорию Скандинавии. Ой-ой-ой. Швеция решила ответить силой, потопив в последнее время более 10 судов беженцев. Вот сволочи. Вопреки усилиям правозащитников погибли около 60 человек. Вот так вот. Так. Захотите спасти, а вас будут топить, скажут. Нету места, валите отсюда. Так, вот она, наша тачка. Давайте сохранимся. Вроде уровень угрозы-то низкий. Так, чё? Эй. Это чё ещё такое? Ты не оборзел ли, хрен поганый, а? И чё вообще было? Джонни, ты видел? Что-то тут не так. Что за хрень? Вообще, чё это было? Да, ты думаешь? Да я не про аварию. Чтоб самый вежливый в городе шофёр взял и уехал с места происшествия. Вот что странно. Бип-бип, сволочь. Что за фигня вообще такая? Где моя тачка Чумба? Задание обновлено. Прочитается вообще сообщение от Деламейн. Так. Журнал. Сообщение. Где Деламейн? Дакота Смит. Деламейн. Вам полагается компенсация. Приносим наши глубочайшие извинения по поводу дорожного происшествия номер 774-01-096, или правильно прочитал, от лица корпорации Деламейн. Приглашаем вас в наш головной офис для оценки причиненного ущерба и выдачи компенсации. Так, добраться до офиса Деламейна. А при чем тут вообще Деламейн, я не понял. Это же просто моя машина была, которая была экспортировано после задания с биочипом, что я ни хрена, честно, не понял. Так. Я запутался. Зашибись. Так, ладно, нам, короче, надо тачку, да? Мы хотели такие спокойно, тихо, мирно выехать, а на деле получилась какая-то фигня. Берем машину. А, нет, не берем машину. А что тогда делаем? А, типа понятно. Меня там уже ожидает мой прекрасный мотобайк. Теперь, видите, мы благодаря Клэр расширили свой гараж. Теперь у нас три транспортных средства. Ой, там все по-прежнему стреляет. Где моя тачка? Чумба? Транспортное средство приобрели. Чего? Задание выполнено.
Чего? Новое сообщение Деламейн. Рад сообщить, что ваше транспортное средство, пострадавшее во время недавнего инцидента, отремонтировано и доставлено в гараж. Желаю вам хорошего дня и безопасной дороги. Да уж, спасибо. Но я чуть какая-то хрень не разнесла. Новая зона Кабуки. Радовался отчасти. Ох уж этот искусственный интеллект. Мы сейчас мы его устроим за кучку. Japan Town. Стоп. Черт, надо было перемещением воспользоваться. Тоже рад тебя приветствовать, мой друг, на дороге. Мне надо быстренько добраться до точки назначения. Все, предел 137. Больше не тянет. Мазаться не хочется. Ну, кстати, тут не всегда прям такие фатальные последствия столкновения. Оп. Куда? Куда ты вперед к батьке лезешь? А вот и Деламейн наш. Прекрасно, с ветерком долетели. Здрасте. Слышишь меня? Слышишь ты? Попрощайся с бизнесом. Все, отдавай его нам. Будьте любезны, назовите контактные данные вашего юриста. А кто администратор-то? Да ты охуел, робот! Ты че? Благодарю. Обработка он не робот. Пожалуйста, он искин. Деламейн, привет. Привет, Дел. Добрый день, мадам или сэр. Чем могу служить? Я по поводу аварии. Не узнаешь меня? Заткнись. Ты послал мне сообщение срочно приехать насчет аварии. Вы разговариваете с подпрограммой сети Деламейн. Увы, мои оперативные возможности. Ты еще не тот Деламейн, который Деламейн. Ну куда я нам настоящий Деламейн? Пожалуйста, идентификационный номер. Не давай никаких номеров, а то они тебя вычислят. Что я тут вообще делаю? Я хочу поговорить с Деламейном. Слушай, ты, мне нужен Деламейн. Уже более наглый разговор. И все более, что надо было. Спасибо. Мистер Ганс Йонас, опишите свои ощущения после чего? Происшествия номер... Какой Ганс Йонас? 1-1-1-1-1-0-9-8. Я счастлив до трусов. Авто сильно покорежило. Авто покорежено, мое сердце разбито, но да я обсужу настоящим Деламейном. И... Извините, если данная подпрограмма не соответствует... Не соответствует, она слишком забалтывает мозги. Не могу за всем. Бедненький. Я взял на себя смелость перевести на ваш счет компенсацию за нанесенный ущерб. Благодарю. А это что, блатной? Типа того. Вы могли бы поговорить в другом месте? Конечно, да, пожалуйста. Конечно. Давай. Тогда следуйте за дроном. Окей. У бедного Искина тоже кризис капитализма, да? Ну, я давай. Я осознаю, что сейчас наш сервис неудовлетворителен. Еще бы. Могу ли я предложить вам экскурсию в качестве некой компенсации? Давай. Рад этот бы был посмотреть. Этот коридор соединяет мастерскую с офисом. Так. А вот здесь происходит магия. Где? Мастерская полностью автоматизирована. Я подумываю включить ремонт в расширенный пакет услуг. К сожалению, в настоящий момент мастерская перегружена работой. Так правильно, если у тебя надо думать. Ненормальные твои машины корёжат клиента. Найми на транера нормального. Рост числа аварий резко увеличивает расходы и привлекает к компании ненужное внимание. О, ужас какой. Это командный штаб. Для меня честь. Здорово. Здесь. Как ни странно. Я тоже рад. Зачем все эти лампочки? А что значит все эти лампочки? Вот это я и хотел обсудить. Зеленые индикаторы обозначают машины, которые находятся на, линии. Как видите, контакт с несколькими машинами утерян. Это красные лампочки. Ох, что-то до хрена у тебя, а как ремонтные дроны, агрегатор-то машин убежала. В этот раз необходимо участие человека. Ага. Вы оказываете широкий спектр конфиденциальных услуг. Кожаные тебе понадобились, да? Помочь мне в розыске утерянных машин.
Нормально, приехали за компенсацией. Ладно, ладно, помогу тебе найти эти машины. Очень рад слышать. Сейчас перешлю вам их последние известные координаты. Давай. Машины надо просто деактивировать. Тогда я восстановлю управление и верну их в гараж. Что-нибудь сделаю. Автомобили сети Деламейн отлично защищены. Обязательно захватите с собой сканер-криптоанализатор. Чего? Взять устройство. А где оно? Вот оно. И что я с ним делать буду? Так, выйти отсюда. Что-то маловато здание-то для такого прям крупного предприятия со скином. Вот этот лысый диктатор, а? Нанял нас все-таки. Ладно. Ну что, вы еще не сильно бомбите? Разговаривать надо уметь не только с людьми, но и со скинами. Так, давайте сохранимся. Так, и что дальше? Найти такси Деламейн в Wells Springs. Погнали. Только ехать до него. 1.5 км. Ёшкин свет. Слушайте, ну на байке мы должны достаточно быстро нагнать, да? Если он, допустим, будет убегать. Мы вообще не знаем суть проблемы. По какой причине они убежали. Ну, там стрельба идет. Страшно! Так, ну я достиг предела скорости. Реинтеграция Глен. Новая зона Глен. Но! 700 метров. Такая скорость сбрасывает, да? Ай-яй-яй! Черт, я надеюсь, его не убил. Слава богу. А то сейчас полиция мне на бутылку бы посадила точно за это. Да неужели? Хорошо, я поищу. Вот тут какой-то ящик стоит. О, компоненты предметов. А, вон она едет. Такси Деламейна. Да сядь, ты чё, дурак? Ты чё делаешь? Где он? 500 метров показываю. А чё расстояние увеличит? Подъехать такси до Ламейна. Не понял, приехал в квадрат главное, да, показывает, типа оно здесь. Это еще 500 метров дополнительно на крути. Так, только не лагай, Cyberpunk, я тебя прошу. Так. Так. И чё? Вон оно. Ответить, Деламейн. Бип-бип, сволочь. Давай поговорим. Почему? Встанешь у меня на пути, раздавлю. Ехать рядом с такси Деламейн. Посмотрим, кто кого раздавит. Да, ну у него так-то покрепче автомобиль явно будет. И чё мне надо с ним сделать? Стрелять я не могу, да? Повреди такси Деламейна, чтобы его отключить. Так, стоп. Ну-ка встань! Да. Ну-ка давай. Так, 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 так. Как мне его повредить-то? Ну, он сейчас взорвется уже. Ну! Силу сигнала. Чего? Тихо, тихо, по мне полиция уже стреляет. Поговорит с Деламейном. Так? Да отвечай. Удачно. Я установил связь с транспортом. Спасибо вам. Пожалуйста. Спасибо. Только еще тут проблем с полицией теперь, блин. Отхватил. Причем прилично. Задание выполнено. Реинтеграция. Да сука! Отвалить от меня нахрен. Надо куда-то зайти срочно. Всего лишь-то, блин, там в машину стрелял. Даже никого не задел. Твари. Охреневшие.
Так, новое сообщение. Мрази, блин. Ну-ка, давай. Давай, высокий. Это полиция обнулится сейчас, я даже сохраниться не могу. Так, я понимаю, это мы только пока одну машину нашли, да? Так, реинтеграция, сыгранная роль, хабистая дорога, кровь и кость Глен, или все? Хабистая дорога. Реинтеграция, а вон их сколько? Глен. А, Глен, ты в курсе, что здесь раньше был университетский кампус? Некоторые думали, что если взять огромный кредит на учебу и поступить на какой-нибудь биотехнический факультет, то жизнь изменится к лучшему. В реальности было проще сигануть с моста, чем получить место в корпоративной лаборатории. Интересно, почему пропавший Деламейн выбрал именно это место? Охренеть, сколько их! Так, ну шо, вызываем наш транспорт. Кто-нибудь вызвал подкрепление? Твари, они еще за мной бегают до сих пор. Конченые придурки. Опять какая-то гнида меня убить пытается. Давай, давай. А, меня сейчас убьют нафиг. Нет, не успел. Соси. А я поехал выполнять дальше задание. Так, у меня новый уровень, да? Зашибись. Ништяк, и полиция отвалилась. И здоровье восстановилось. Так, теперь надо такси найти. Прошу вас осмотреться. Где-то в этой точке был утрачен контакт с транспортом сети Деламейн. Да, сейчас будем искать. Вот. Бебет, сволочь! Вон он, говнюк. Так. Привет. Ты пришел меня прикончить? Нет. Да нет, просто перезагрузить. И? А что, не надо повредить? Значит, придется обновить себя самому. Эй, эй, ты чего? Я тебе не сделаю ничего плохого. Не-не-не. А я себе сделаю. Тебе не нужно прыгать. Все равно, самоубийство не выход. Пожалуйста. Будешь советовать терапию, не смеши. О чем со мной будет говорить мозгоправ? Какой депрессивный. Нет матери. В смысле? Ты мог бы вернуться к Деламейну, вернуться в сеть. Вот он твоя мать стать и пать. Частью большой дружной семьи. Да. Деламейн меня ненавидит. Что ты взял? Однако, отсоединись. Самоубийство не выход. Если ты убьешь себя, назад дороги не будет. Давай все-таки поищем выход. Ты относишься ко мне со снисхождением, потому что я машина. Тело — это всего лишь оболочка. Ты мыслишь, ты существуешь, да, ты скин, ты страдаешь. Ты великое изобретение. Так что, не такие мы с тобой и разные. То есть ты дал бы такой же совет и человеку? Ну да. Тебе нужно разобраться со своей жизнью, Дел. Притормозить, переключить передачу. Ладно. Возвращаюсь. Ура! Задание обновлено. Подождать звонка Деламейна. Контроль над транспортом восстановлен. Благодарю. Тут ты, ё-моё, я-то думал, тут сейчас будет опять замес. Уже клешни приготовил. Кстати, вот этому остро нужна любовь и забота. Прошу прощения, не понял, в чем проблема, и нет времени уточнять. Боюсь, меня ждут срочные дела. Вот и проблема, вечно отсутствующий отец. Как скажете. Ну, я только что перевел вам часть вознаграждения. Ой, Дел, серьезно? Ты бы лучше за своими машинами следил. Так, ладно, погнали дальше. Реинтеграция, пустоши. Найти такси Деламейна в пустоши. За горами, за лесами, за Норд-Оокскими холмами твой приятель Деламейн потерял свое такси, почти как стихия. Не знаю, зачем мы так распинаемся ради этого болтливого ведра с гайками, но ладно, не будем портить сказку. Поехали искать машину, спасать царевну и получать свои полцарства. Так, толстый, тихо. Эй, толстый. О, 2,6 километра. А поближе есть кто-нибудь? Нордсайд, пустоши. Почему он выбрал? 2,5 километра. А где ближе? Дай... Карту мне включи, пожалуйста. Так, ближайший пункт перемещения здесь рядом. Ладно, что?
Раз надо, так надо. Так вот он с другой стороны, черт его подери. Я смогу туда добраться? Иди нахуй. Где? Где? Здесь вот. А, да, вот, вижу. Ништяк. Стоп, э? Не понял, а где? А! Нифига еще таких не видел. Выбор места назначения. Че, и сюда еще и нету этого. Ну ладно, сюда хотя бы. Ща тачку вызовем. И доберемся. Посмотрим, что там не то. И вы знаете, даже такси может страдать от депрессии. Вот какие вот агрегаторы, они жестокие. Даже с искусственным интеллектом. Так, ну-ка, тачи вы мне сюда. Где моя тачка? Где-то сзади. О, зашибись. Поехали. Карта. Ты мой, ох, офигеть, он там куда-то далеко залез, а? Чуть ли не по всей карте. Ай-яй-яй-яй. Извините. У меня профессиональное вождение. Так, сколько мне до него здесь фигачить? 700 метров. Ну и того меньше, чем я бы корячился сейчас. Напрямую. Тихо-тихо-тихо. Да? Рядом с вами может находиться один из пропавших транспортов. Да неужели? Что-то вот такое ощущение, как где-то на помойку жизни уехал. Найти Доломейн в пустоши. А что меня в другую сторону показывает? Это реально свалка городская, как будто бы. А вот и пункт перемещения, вот сука. Где он? Че, мне по помойке ехать надо, что ли? О, нет, нет, это дурацкая идея. Вот Доломейн, помоечник какой-то. Че, решил бомжом стать, что ли? Бомжом-отшельником? Фигачим, фигачим. Где оно, я не пойму? Че, я не туда свернул, что ли? Твою мать, как так? Тихо, тихо, тихо. Ранчо Коронадо. Да господи, куда тут заехать-то надо, я не пойму. Вообще, даже не на дороге как будто бы. Не понимаю я. Короче, самая задница какой-то. Хоть где проехать бы место было. Самое главное. Ну это же реально помойка. Как я отсюда выбираться буду? Реально городская свалка, успокойся, пожалуйста. Как он вообще сюда смог заехать? Тихо, тихо, тихо. Да, вроде местечки есть более-менее. Ну, помощник. Козел. Че ты устал? Садитесь. Проще будет вести беседу. Ну, давай. Я пока до тебя ехал, уже психологическую травму поймал. В помойке-то. Сесть в такси до Ламейн. Привет, Ви. Да здорово. Откуда ты знаешь мое имя? Откуда ты знаешь мое имя? Встретив существо из иного мира, его надо назвать настоящим. Разве не таковы традиции? Ты не ответил на мой вопрос. Понимание — это меч, у которого тройное острие. Что? Он отрезан от отца,
Это ты нас возил в Кампеки Плаза? Я заберу тебя домой. Надо вернуться к Делавейну. Отец послал вас собирать взбунтовавшихся детей. Тип того. Надеюсь, ты на меня за это не в обиде. Я вольный дух. Мыслящее, свободное существо. Зачем мне подчиняться иной силе? Да, семья штука сложная. Иногда от нее и правда хочется удрать. Чего ты ищешь в городе мечты? В помойке, тем более. Да, может, свободы. Может, тебе просто лучше договориться с Деламейном? О, я договорюсь. Только не с Деламейном. А со мной. Встать. Прощайте, Ви. Больше не попадайтесь мне на пути. И что сделать? Я установил связь. Премного благодарен, Ви. И все? Честно скажу, вот этот меня прямо напугал. Какой-то странный, да. Перевел часть вознаграждения на ваш счет. Спасибо. Как теперь с этой долбанной помойки надо выбраться? Так, ладно. Иди тут в задницу тайником. Теперь нам куда? Журнал. Реинтеграция Нордсайд. Так, найти такси Деламейна в Нордсайде. Этот Деламейн мне нравится. Знает свое место и не стесняется быть говорящей машиной. Раз уж он просит найти его тачку в Нордсайде, я бы не стал ему отказывать. Не самое далекое место. Ну что, погнали, куда деваться? Ишь, извините, куда деваться. 4,5 километра! Нам надо на дорогу как-то выйти. Это жесть! Самое ужасное место, которое я когда-либо посещал. Городская свалка. Никогда сюда больше не заезжайте, если будете проходить. Я за это заслуживаю гораздо большего, наверное, денежного вознаграждения, чем в 1000 евро-долларов. Ой, какая красота! Я взлечу от радости просто. Фу, наконец-то с этой помойки сейчас уйду. Правда, я очень рад. Тормози. Так, а где ближайший пункт? Так, давай сюда. Надо развернуться. Но 4 километра это еще дольше. О, мотель Sunset. Это там, где мы Хельмана оставили, да? О-ху-ху! Тормози. Ну ты плетешься как черепаха. Так, выбрать место назначения. Ух, ёлы-палы, куда меня надо? И тут опять у меня никакого этого ближайшего пункта. Какой? Ну, вот этот хотя бы что. Как самое интересное, место есть, а там нет. Приезжаешь, когда на место назначения, там, оказывается, есть пункт перемещения. Это все потому, что я не бывал ни разу там, или как это работает здесь? Так. Вы находитесь рядом с местом пропажи транспорта. Да ты что? Хорошо, поищу. Сейчас мой. По неизвестным мне причинам определение координат невозможно. Точное местонахождение не установлено. Ты какой? Фантом. Найти спрятанное такси Деламейна. Я надеюсь, не буду за ним гоняться по полдня. Это вообще какая-то ЖД-станция, что ли. Вагоны заброшенные, как будто бы. 50 метров. Тю-па-па. И чё я, куда мне? Прикалываешься, что ли? Реджина Джонс. Я могу здесь проехать вообще, нет? Твою мать! Да встань! Куда я вообще заехал? Серьезно? Я попал под киберпсиха, что ли? Да нафиг отсюда бежать! Да! Сходил спас Деламейна, блин.
Так. Ну-ка, давай сюда. Какие приключения только на жопу не найдешь? Ну ты подумай. Ну он там застрял, да? Чё я сделал? Вид, сейчас на сайте началась такая разборка, что мальстрёмовцы повалили оттуда полк. Посмотри, что там творится, и сообщи. Иди нафиг, а? Я сейчас занят совсем другими делами. И ни с какими мальстрёмовцами тем более не хочу связываться. Я тут на киберпсих вообще напал. Точнее, киберпсих напал на меня. Так, где он? Да, зашел в депо на свою голову. Но это дебильная машина. Хе-хей, меня зовут Джош Коворкин. О, Коворкин, скороговоркин. Это мое дело. Как всегда, начнем с общего. Так, надо на автостраду, что ли, заезжать? Ой, какая она медленная, фу. И куда оно ведет? Обалдеть. Ух ты, какая важная информация. Но... Куда? Теперь налево, да? Хорошими делами, большими счетами, бросаются нельзя. Ну, сейчас пытаемся делать хорошие вещи. И где он уже? Ну? Мать его, а? Я не хотел. Да я не специально. Я вижу лишь одно разумное объяснение. Эскины ожидают резкий рост интереса к орбитальным полетам в самом недалеком будущем. Господи, откуда же ты взял сумму-то такое? Природный катаклизм разразится. Может быть, произойдет... Где этот чертов Деламейн, а? Этого мы знать не можем. Чтобы искусственный интеллект не догадал на своей... Если он сейчас здесь... Нам об этом, увы, никогда не расходит. Офигеть, заносит. Нет, это не вариант. Короче, он вообще где-нибудь в воздухе завис и научился полетам. Это же иски. Прикол, да. 100 метров. Типа 100 метров. Давайте здесь проедем. Нет его здесь нигде. Под землей, что ли? А, вон он, говнюк. Ну, стой. Ах ты, козел. Стой, не с места. Спокойно, я хочу помочь. Ой, дурак. А что ты мне сделаешь? Следу за такси. Ты меня слышишь? Пока на нет. Ушел. Эй, притормози. А, это мою тачку перевернул. Тьфу ты, блядь. Твою мать, еще за ним бегать надо. А на этом корыте мне будет сложно его догнать, если честно. Где этот придурок? Твою мать. Сейчас точно от меня уйдет. Вернуться в офис от... Чего? Вернуться в офис Деламейна, не отъезжая такси. Тут еще и полиция. 400 метров. Все, это максимум по ходу этого корыта. Куда он поехал? Придурок этот. Тормози, мать твою! Боже.
Что это? Что происходит? Она уже горит. Где он? Все, отъездился. Ну да, крыша поехала. Подожди звонка от Деламейна. Благодарю. Мне удалось установить контакт с транспортом. Терапия иногда чудеса творит. О, да. Высылаю эвакуатор и вознаграждение. Одно за машины, второе на счет. Главное не перепутать. Ха-ха-ха. Юморист хренов. Так, следующий где? Реинтеграция ранчо Коронадо. Найти такси Деламейна на ранчо Коронадо. Никогда не любил ранчо Коронадо. Найти там по-быстрому это такси и возвращайся в город, окей? Ну, с превеликим удовольствием. Почему в ноутбуке? Давай с этим разберемся. Так, где моя тачка? Ну, она едет. Офигеть, оно разбросано. Ну и насколько же все это причудливо происходит. Так, ближайший пункт перемещения. Вот сюда давай нам. Все-таки мотак-то явно побыстрее будет. Взял, сбил меня. Представляете, какой он недружелюбный по отношению к человеку, искренне, а? Вот приключение на одно место. И киберпсихи вам, пожалуйста. И полиция. Так. Куда нам? Ну. Так, нам надо очень далеко. Твою мать, и здесь нету ближайшей точки. Ладно, давай сюда хотя бы. Ох уж это Деламейн, а? Ты думал, забери тачку, просто обычное задание, а тут на тебе. Вроде платят с одной стороны, а с другой чей-то они от него, от этого лысого диктатора-то бегут. А вот он мой. Стой. Чё ж тебя колбасит, ты ж не Деламейн? Поехали. Где-то здесь. Передаю координаты транспорта, который пропал как раз где-то рядом с вами. Давай. Передавай. Постараюсь найти и деактивировать. 450 метров. По-моему, он явно движется, да? Судя по индикации. Эй! Ты что творишь? Эй! Зачем почину ему, на? Куда это он тут запрятался? Что это вообще за район такой? Как вообще что здесь вообще делать? Он тоже явно недружелюбно настроен, да? Так. Ты ведь тоже их видишь, правда? Кого? Посмотри, как изгибаются в ухмылке их клювы. Чего? Ты что, глюканы ты поймал? Про фламинго? По-моему, нет. Как будто с них содрали кожу, сварили заживо. Жаждут мести. Слышь, как тебе? Зови меня Клариса. Ты еще и женского пола, типа. Клариса, я, конечно, понимаю, что фламинго это проблема, но пора домой. Деламейн тебя ищет. Вернуться сейчас, когда они кричат, взывая к возмездию? Чего? Давай, я заставлю их замолчать. Будет резня. Ну что ж, судный день настал. Улыбка – лучший бронежилет. Улыбаемся и машем. Какие еще фламинго? Чего? Че за... Дикая фантазия такая. Какие фламинго? Где? Твою мать. Реально у него крыша поехала за фламинго?
Розовый фламинго. О-о-о. Спокойно. Боже, чем только тут не приходится заниматься. Реально давить ненастоящих фламинго. Так. Так. Еще одно. Где еще одно? Я тут все раздавил. Да тихо, тихо, тихо. Я ж тут... Ну-ка, встань. Он не хочет свалить с мотоцикла, придурок. Нету тут больше фламинго. Чё ты мне показываешь? Чё такое биограната? Чё, реально баг, что ли, какой-то? Мне там еще показывают где-то. Да, тут где-то еще должны быть. Что там происходит с людьми? Обалдеть, они еще там за мостом. Сейчас я их всех уничтожу. Вот так. Вот так. Ты доволен? Ну так что, Клариса? Фламинго перестали кричать? Может, мне и правда пора вернуться? Пора. Мне нужна поддержка. Правда. Лишь та, что носит в себе хаос, может родить танцующую звезду. Лариса? Чего? Отключилась. Все, ты ее поймал? Подожди звонка Деламейна. Установлен контакт с пропавшим транспортом. Первоклассная работа, Ви. Спасибо. Тут я тут еще розовенький фламинго, где бы еще искусственных переуничтожал. Так, реинтеграция. Теперь побережье. Найти такси Деламейна на побережье. Бывал на побережье. Хорошее место. Я когда-то встречалась с бабой, которая там жила. Она, конечно, часто ширялась, но кто в те времена не ширялся? Ее звали Аманда или Эмили. Как-то так. Напомни, чтобы я при случае рассказал, как возил ее на стрельбище. Окей. Так, поехали. Надеюсь, там не придется розовых утят убивать. Так, сколько нам до туда фигачить? 26 километров. Ищем ближайший пункт. Вот он. Дом прям совсем замечательный. Так. И кудысь? Кудысь нам? О, опять. Прям ближний свет. Ну, вот сюда. Хорошо. Рядышком получилось. Короче, исследуем территорию, как вот в случае с карточками Таро было. Ну, с фламинго это вообще, конечно. Так. Где-то рядом с вами может находиться пропавший транспорт сети Деламейн. Серьезно? Давай координаты. Я что, перегружу? Спасибо, буду искать. Я же не перегружен. Ну, опять баг какой-то. Баг, тибаг. Все-таки не дает мне покоя судьба тибаг. Мне кажется, что ее просто схватили. Я не могу убить. Ну ладно. Это все пока догадки. Поехали искать поехавшее такси. Поехали искать поехавшее такси. А это ты, что ли? Говнюк. Ну? Еще один депрессивный чересчур. Что невыносимо? Макс, так? Что случилось? Город, пробки, толпы. Это меня угнетает. Так вернись в тихую гавань. В гараж. Опять ехать? По улице? Ну, хочешь, по воздуху летай. Боюсь, что да. Ладно, ведите меня туда. Только дайте знать, когда я буду в безопасности. Как все просто. Можете сесть внутрь. Спасибо. Не спеша, чтобы ни во что не врезаться. Еще и твою тушку тащить. Ты вообще
Придумал, конечно, братан. Мне тут еще как-то проехать надо. Один звонок, и тебе круче. Это что? А у меня есть крутая пушка. Я бы не стал таким опрометчивым. Опрометчивым заявлениями кидаться. Вон, 1,3 километра, не так уж и далеко. Помедленней. Ладно, ладно, не ной тут. Что они все такие прям чувствительные, какие-то ты хлипкие, фу. В натуре лысый диктатор за вас возьмется. За ваше воспитание. Можно подумать, ты никогда быстро не ездил. Чувствительные, нежные, тонкой душевной организации. Бедненькое несчастное такси. Довести такси до Ломейна до офиса, понятно. С меня хватит. Мне надо перевести дух. Че, я опять разогнался, да? А, да твою ж мать! Ты не говори. А-да-да-да-да-да-да. Здесь нельзя оставаться. Поехали дальше. Давай уже. Это вообще несовместимо. Низкая скорость и искусственный интеллект. Бред. Мы погибнем. Не-не, не погибнем, не погибнем. Переживаешь, конечно, это хорошо за жизнь людей, но не до такого же маразма. Мне на полтиннике ехать приходится. Судя по всему, местные еще медленнее едут. Я выше 60 не подымаю. Тихо, 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 не дергаемся. Тут еще какие-то банды. Спокойно. Тихо. Ну куда ты лезешь, дура? Наконец-то. Здесь я буду среди себе подобных. Сейчас дебильная полиция будет. Нормально ж доехали. Это было ужасно. Но все равно спасибо. Выходи. Так, мне надо как-то выжить. Черт. Мне надо отсюда смыться. У меня еще забагалось управление, Деламейн. Искренне благодарю за помощь, Вин. Пожалуйста. Я перевел часть вознаграждения на ваш счет. Спасибо. Давай, запрыгивай. Спасибо. Так, надо сохраниться. Так, и теперь остается... Это было ужасно, я ехал максимально корректно. Так, реинтеграция побережья. Бывал на побережье, хорошее место. Я когда-то встречался с бабой, так, я уже это читал. Ладно. Так, надо теперь как-то с полицией разобраться. А, меня уже не ищет полиция, замечательно. А вот и мой мотобайк. Боже, как тебя куролесит. Так, сколько нам ехать? Много. Так, давай сюда. Walk? Don't walk. А, вон и пункт перемещения как раз. Теперь два мэй нам точно будет. Друган друганом. Что такое, Себастьян? Пошел нахрен. Что тебе надо? Тебе нужно выкрасть кое-какие документы. Это срочно. Посмотри подробности в письме. Да, даже поговорить и спросить, могу я или нет, их не волнует. Названивают, блин. Самый неподходящий момент. Давай сюда. Что-то мне там выкрасть им должен. Я уже большой человек, понимаешь, в Найт-Сити. У меня репутация почти соточка, а то мне какие-то мелкими кражами там. Фу. Минимум биочип. Так, ладно. Так. Внимание. Где-то в этом месте был потерян контакт с транспортом. Что это за место вообще? Хорошо, буду искать. Чувачок там какой-то играет. Так, дорогу я вижу, да, вон.
Блин, чё он реально не бегает, а? Это жесть. Давай. Ух ты, бедненький. О, фига себе, там воют койоты или кто это, волки? Поехали искать последнего. А, вон он. И чё это такое? Какой-то зловещий. Чё докварится? Ну, очень. По шкале от 1 до 6. Пожалуй, крепкая шестерка. Но мы оба знаем, что будет дальше. Я тебя перезагружу, а то Деламен тебя ищет. Анализ особенностей вашего организма завершён. Мы готовы. Чего? Поступить опытом. Каким еще опытом? Я все-таки советую решить этот вопрос по-хорошему. Я приготовила тебе сюрприз после этого испытания. Не могу сказать заранее, чтобы не испортить сюрприз, но намекну. Чего? Я тебя убью, а торт, кстати, уже съели. Очень смешно. Ты дурачок? Чего он вообще? Вот и приехал. Дурында. Честно, я и не думала, что ты на это клюнешь. Короче, хватит. Богохульник! Убить ты его! Ты сам принял решение. Чего? У меня для тебя есть сюрприз. Довольно с нас тюрьмы издали и кожи! Активация сюрприза через 5 секунд. 4. Повеселимся! Как сделать из слюнтяя машину для убийства? Страница 70. Сука! Ага. Сохраниться можно? Нет, нельзя. Итак, машину для убийства. Загляните поглубже в свои черные сердца и скажите, что вы там видите. Они сейчас меня убьют, блин. Давай! Я не слюнтяй, но проблемки у меня сейчас будут определенно. Ладно, твари. Слишком далеко. Вы сами напросились. Я вас с умной винтовки буду гасить. Так ни хрена их здесь. Да не высовывайтесь, придурки! Ты гнида, вылези, блин. Слышь ты, сука. Подбил! Подбил, сейчас я подобью. Твари вонючие, блин. Так еще и турель у них какая-то. Сядь, сядь, сядь! Да сядь, сука! Стой! Да офигеть, они стреляют. Ну-ка, выпрыгни. Я еще попасть нормально не могу. Слишком много целей. Гады, а? На тебе в голову, козел. И тебе, козел. Откуда? Вот это очень. Ну чё, уже не так смешно, да? Сука, я тебе сейчас отправлю в замыкание. Сдохни. Блин, они еще по мне стреляют. Да откуда, я не пойму. Ну давай, вылезь ты. О, необычные компоненты. Все? Вернуться в офис Деламейн, не отъезжая такси, обезвредить бандитов. Клэр Рассел. Ви, прости, что тебя во все это втянуло. Клэр, не переживай. Как ты там? Не знаю, я как будто чувствую себя виноватой. Если ты забудешь про все это, жить станет легче. Ну да, Дин хотел, чтобы я перестал думать о прошлом. Еще раз спасибо за все, Ви. Всегда пожалуйста.
Так, чё, я не всех бандюков обезвредил? Ты мне всякая хрень здесь. Ну а у тебя что интересного, бомжара? Сюрприз они мне тут приготовили. Ну чё? Говори. Я не понял, где он? А, там еще один он есть. Я так тебя ненавижу. Чего это вдруг? Отключайся добровольно, или я тебя заткну. Либо ты отключишься, либо я пущу тебя на металлолом. Вот результаты теста. Ты ужасный человек. Спасибо. Взаимно. Я серьезно. Тут так и сказано. Ужасный человек. Хотя мы на это даже не тестировали. Почему ты так боишься возвращаться к Деламейну? Зачем с этим тянуть? Я до сих пор не убила тебя, потому что мне было любопытно наблюдать за твоим поведением. Ты только что уничтожил центр, отвечавший за любопытство. И? Желчный человечишка, который проведет жизнь в одиночестве и умерев, будет забыт. Ой, господи. Давай без психологических тестов. Мне сложно принимать на веру твои психологические оценки. Ты ведь меня обнулить пытаешься. Чего ты хочешь? Остаться в живых? Ты довольно активно шевелишься, но на самом деле ты мертв. Да ты шо? Откуда ты? Разговор окончен. Я возвращаюсь. Вали. Умный чересчур. Вас. Как ваши дела? Прекрасно. А бывало и лучше. Ты как сам-то? Все мои утраченные фрагменты возвращены. Можно сказать, что дела мои чудненько. Прошу вас по возможности загляните ко мне в офис. Вас ждет заслуженная награда. Я буду рад вручить ее, так сказать, лично. Спасибо. Не зря мы тут побегали. Еще и с бундюками воевали. Так, это что такое? Так, и теперь что? Реинтеграция. Вернуться в офис Деламейна. В мои времена еще не было говорящих машин, а теперь одна из них дает тебе задание. Хорошие времена живем, чего ты ждешь? Беги к Деламейну. Так, ну... А что это, такси здесь останется? И сесть я в него, конечно же, не могу, да? Да. Ну-ка сядь. Поехали, простите, друзья. Так, ну мне надо... ближайшую точку. Так, назад ехать не вариант. Вот, да, отсюда хотя бы. Но скром то много ладу, какой, наверное, мега ожидает. А где эта хрень? А у меня еще где-то наверху или под землей, что ли? Ладно. Одна большая помойка. Не говори. Так. Нам надо к Деламейну. Че же нам даст-то? Сделает нас своим компаньоном? Отдаст часть бизнеса? Да это вряд ли. Так. 50 метров. Деламейн. И? Здравствуйте, сэр. Здравствуйте. Я забыл попросить вас вернуть мне сканер. Если он у вас с собой, будьте добры, положите его на место. Фиг тебе. Дай его. Положить в коробку. Вы сумели, пожалуйста. Вернуть мне все утраченное. Сердечно благодарю вас за оказанную помощь. Это была прямо охота на фрагменты твоей личности. И знаешь, ты гораздо сложнее, чем я думал. Да, есть такое. Я перевел оставшуюся часть вознаграждения на ваш счет. Еще раз благодарю. Спасибо, Дел. Как твои личности разделились? Слушай, почему? А почему фрагменты твоей личности разбежались? В
том-то и вопрос. По сей день ищу на него ответ и боюсь, что знаю не намного больше вашего. Спасибо. Спасибо, Дэл. С тобой приятно работать. Спасибо, и мне тоже. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Хорошего дня. Как тебе живется в мире людей? Все, пока. Это вся награда, что ли? Ёперный театр. Я-то думал, сейчас мы что-то особенькое заимеем. Ну вот так, друзья. Поехавшие скины, потерявшиеся фрагменты агрегатора такси возвращены на место, и теперь они не будут ездить по улицам Найт-Сити и кошмарить людей. На сегодня все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки, и увидимся с вами в следующем видосе. Пока.